В микрорайоне Зеленой аллеи горит продуктовый магазин. Такая новость вчера вечером облетела Ленинский городской округ. По официальной информации представителей 28-й пожарно-спасательной части города Видное, возгорание произошло в одном из сетевых супермаркетов. Около 10 вечера на место прибыли пожарные. Горели разгрузочные тележки, которые стояли на улице возле магазина. Совсем скоро огонь перекинулся и на само здание. Подали ствол Б, один на тушение. Загорелся сам магазин потом на площади 8 квадратных метров. Предварительно это отдел колбасный. На площади 11 квадратных метров пожар был реализован и ликвидирован. На общее время заняло 1 час. С момента поступления сообщения до полной ликвидации. Очевидцы говорят, что дым от пожара распространился по всему микрорайону. Жители боялись, что огонь перекинется на многоквартирные дома. Все высыпали на улицу, потому что было много переживаний. У нас буквально прямо над магнитом уже начинаются квартиры. Конечно, у нас и подъезд наполнился дымом. Жители очень волновались. Безумно благодарны сотруднику МЧС. Прибыли очень оперативно. Быстро слаженная команда. Моментально потушили пожар. Не дали возможность распространиться огню выше. Спасли, я скажу даже громко, да, сказано, спасли наш дом. Это все, что осталось от когда-то популярного в зеленых аллеях магазина. Копоть на стенах, лопнувшие стекла. К счастью, никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.